Значит, пробьем? Ну, конечно. Ничего. Благодать и 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 благ
Thank you.
Большой срок, чтобы можно было все забыть. Но тем не менее, Дух Святый как сходил, так и сходит на Иордань. Божество так и соединяется с человеческим. И каждый из вас когда-либо принял крещение. И сегодняшний день мы должны вспомнить этот момент. Потому что сегодня тот самый день, когда естество воды и Господом и Святым Духом преображается, соединяя нас с ним. Святая вода не просто вода. Великая Агиасма, по-гречески Великая Святыня, требует от нас к себе бережного отношения. И то, что мы берем эту воду, нигде попало. Как говорят, везде вода светится сегодня. Ну, давайте будем брать тогда и нечистот воду, простите меня, да? Раз она везде создает. Вода, конечно, светится там, где ее светят. И с этих источников она, конечно, распространяется по всему миру. Никто же не набирает в этот день снег, чтобы растаять его, как святую воду. Нет же. А там, где нет снега, идет дождь, но никто не набирает дождевую воду, как святую воду. Все идут на источники, освященные священником, и набирают оттуда воду для того, чтобы освещать свое жилище, освещать свое имущество, животных, все, что мы только имеем у себя, все светится этой водой сегодня. Поэтому сегодня берите воду, берите ее дома, храните ее, используйте. Стефан Затворник и Иоанн Кронштадтский говорили, что нет лекарства сильнее, чем причастие святая вода. И ту и воду Иоанн Кронштадтский говорил, пить по одной столовой ложке каждый час тяжелых заболеваний. Нектарий Оптинский послал бутылку святой воды болящему чаду, и тот, выпив этой воды, выздоровел. Сегодня мы привыкли доверять таблеткам, но как мало мы имеем той веры, которая исцеляет любые болезни. Как мало. Вот она, берите ее, пользуйтесь. Кто смелый будет купаться, подходить и буду благословлять крестом первых. Есть отчаянные. Кто первый идет? А что, нет, не хочешь? Кто готов уже там? Будешь? Поживайся там. Поживайся.
Саша, не нас купи! Там лестница! Там лестница, лестница у нас. Лестница такая сделана, но две полы деревянные, не бойтесь. Вот после года мы все, кто принял участие вот это все сделать, потому что это трудно. Ладно, что-то вода там плюс. Вода плюс. Да что холодно, вода плюс. Так, не тушуемся, ныряем. Ой, помогай что-нибудь. Парни, давай. Рано. Помогайте кто-нибудь выходить, кто водит. Потому что холодно, выходите на каждого. Быстрее, 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 не дай оттуда. Папочек, там это. Чего, Наташа? Все. Не знаю,
Катя тоже книгу какую-то вот эту не выписала, которую...